Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Рождество – один из великих христианских праздников. Имеет ли значение точная дата его празднования? Вообще, важно ли знать эту дату и как праздновать Рождество? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает священнослужитель Анатолий Дмитриевич Тарасюк. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, многие верующие люди знают, что Рождество ⁇ это прекрасный, великий, радостный христианский праздник. Но есть такой вопрос, можем ли мы найти в священном писании точную дату рождения Иисуса Христа? И как, собственно, относиться к датам празднования, привычным для нас 25 декабря и 7 января, по разным стилям? В общем-то, мы можем считать это число одной датой. Mm -hmm. Вот как да. относиться к этим датам? Действительно, нужно ли отмечать именно в эти даты праздник Рождества? Да. Очень важная тема – Рождество Иисуса Христа. Вообще, если говорить сначала о событии, то это величайшие события в истории нашей планеты, нашей Земли, потому что для того, чтобы спасти ее из плена дьявола, надо было вочеловечиться Божеству, что и произошло. Но… По понятным причинам, или может быть для кого-то не совсем непонятным, Иисус Христос, Библия, Господь сокрыли от нас это время. Сам факт его рождения ⁇ это великий факт. А вот по поводу рождения Иисуса Христа и как появилась эта дата 25 января или 7 декабря, декабря или 7 января, вот это как раз вот это вопрос, о котором мы хотим поговорить и какое у нас отношение, как у христиан должно быть по этому поводу. А каждый год, приходя к 25 декабря или 7 января, в церквях начинается Такая волна переживаний по поводу, как это так, это язычество, это вот и так далее. И я смотрю, что люди просто такие пленены вот этими событиями, что они не могут по-настоящему подумать о том, что они имеют в рождении Иисуса Христа. Вместо этого забивает свою голову невесть чем. Вот, вот это невесть с чем я вначале об этом поговорю. Значит, в книге Иезекииля, 8 глава, 13-14 тексты написано. «И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота Дома Господня, который к северу, и вот там же сидят женщины, плачущие по Фомузе». Вот здесь вот вот это имя Фамуз вроде как в женском роде, на самом деле я не знаю, почему в синодальный перевел, вот оно проникло в женском роде, на самом деле это божество мужского рода, Фамуз. Есть различные имена, Тамуз, Адонис, Атис. Это разное произношение этого имени в разных народах. Но суть была одна. Суть была в том, что якобы прогневил а, вот этот пантеон богов, это божество именуемое Тамус, Фамус, прогневил и его решили умертвить, но его сестра, она же жена, она же любовница и Астарта, она очень сильно запереживала, как это ее любимый, значит, теперь умирает. Это вся, эти все басни. Они взяты из язычества, и понятно, что это просто придумки людские, но люди свято в это верили. И они привязывали день смерти Тамуза к 22 э, июня. То есть в день, когда светлая часть начинает отступать суток, а темная начинает наступать наоборот. И что будет вообще язычество, живущее в страхах и из-за страхов придумавшее себе очень много божеств всяких, они думали: а что теперь будет? Вот теперь сутки уменьшаются, уменьшаются. И представьте, что будет, если они так и уменьшатся до нуля. Uh -huh. То есть света вообще не будет, будет тьма. И в честь этого они вот придумали вот такое, естественно, жрецы всякие, они вот придумывали, как вести народ. И вот придумали такой культ Фамуза, согласно которому 22 июня был день скорби и плача по, по, по случаю смерти этого божества. Плачет народ, плачут женщины, в основном плачут женщины. И вот здесь мы видим, что женщины плачут даже в Израиле. И плачут они вот как раз в том месте, где они должны поклоняться Богу Яхве. Они плачут по поводу смерти Тамуза. То есть вот эти вот отголоски, отрыжки язычества, они проникли даже в Израиль, где было единобожие, монотеизм. И вот они... Почему они плачут? Да потому что теперь как бы на неопределенный срок они останутся без любовника, без мужа, без любви, без, извините, супружеского ложа, что тоже является немаловажным. И вот они, переживая за все это, плачут. Так вот, согласно вот этой мифологии, Иштар, она же Астарта, она обращается к Верховному Божеству, и она таки смогла убедить их, чтобы они его не воскресили навсегда, но воскрешали его ежегодно. То есть каждый год, 22 -го июня, его умершляют, а 25-24 ночь на 24, с 24 на 25 они его уничтожают. декабря. Декабря, да. Воскрешают. 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 Воскрешаю. Я заговорился, наверное. Так вот. Когда вот это дни печали, они сменяются. Дни печали были очень печальными. Там срубалась сосна в, в в этом как символ вот этого божества, и все церемонии с этой сосной делались как с покойником. Ее обвивали там всякими погребальными пеленами и так далее. Не буду всякие тонкости рассказывать, это очень интересно почитать об этом. И, значит, и приносили потом в честь этого даже приносили человека в жертву, В жертву для того, чтобы, ну, умилостивить богов, для того, чтобы наконец-то этот Тамус был воскрешен. Угу. Вот. Это достаточно такая, ну, занятная история, ее интересно знать. Но, как бы я в этой ситуации хочу вот о чем сразу сказать. Дело в том, что для чего дьяволу нужны подделки, вот для чего он, для чего он настолько намешан вот с этим тамузом, и который вдруг как-то вот стал, Рождество Иисуса назначено было на его, как раз на праздник воскрешения тамуза. И ведь это было до Рождества Христа, Конечно, то есть эти языческие празднества, они были до да, да. событий раньше. А все да. это было для того, чтобы отвести э, внимание людей от самого главного события, от Рождества Иисуса Христа. Потому что сама по себе история с младенцем, она начинается от грехопадения. Потому что когда, когда Господь обращается после грехопадения к к змею и говорит, семя жены поразит тебя в голову. И если вы помните, Ева, родив Каина, сказала, приобрела я человека от Гос Господа. Предполагаю, что это и как раз есть то семя, которое нанесет сокрушительный удар по правлению Люцифера. Вот. И в результате всего этого, что мы имеем? Дьявол решил сделать подделку, серьезную подделку запечатлить ее в умах язычников настолько, чтобы, когда придет Иисус Христос, они бы сказали: да, мы все это знаем, у нас свой Христос, свое воскрешение, свой, свой свет. На самом деле, что очень интересно, очень выгодно подобраны даты. Дело в том, что после летнего солнцестояния, когда день начинает убывать, вот, они начинают страдать по смерти Фомуза. А когда день свет начинает наступать, то есть отвоевывает у суток свет, светлая часть, отвоевывает свою пользу, они, значит, начинают, они празднуют вот как раз день воскрешения Фамуза, и они как раз в полночь, в ночь с 24 на 25, они выбегают из своих, как жрецы выбегают из своих там храмов, с криком: "Младенец родился!" На самом деле мы можем забить свою голову вот этой ерундой и жить в этой, что, между прочим, некоторые делают. А можем мы просто радоваться тому, что есть, в отличие от подделки, есть и оригинал. Вообще любая подделка, она лишь свидетельствует о том, что есть оригинал. Вообще роль любой подделки сделать так, чтобы люди подумали, что это правда, и отвлечь от оригинала. Но вы, наверное, мне не надо это доказывать. Подделывают что угодно. И вот дьявольская подделка как раз является в том, чтобы затмить умы людей, от, закрыть их внимание, скрыть от них истинную, значит, оригинал истины, чтобы они занимались подделками. Ну, подделывают что-то ценное, важное. Да, ценное, угу. важное. Это тоже очень верно подмечено. Так вот, поэтому я, я сейчас хочу вот что, на что обратить внимание. Дьяволу удалось такие э, заворожить этой подделкой людей, и когда я смотрю, что христиане сегодня вместо того, чтобы радоваться рождению Иисуса Христа, начинают умы свои захламлять вот этой подделкой, я диву даюсь. Вместо того, чтобы, ну, на самом деле Рождество сегодня тоже превращено. В ну, непонятный праздник, потому что есть, ну, если взять Америку, например, там вообще эти Мэри Крисмас это праздник, вообще где об Иисусе там никакого воспоминания не идет о Его Рождестве. Все так вроде скользко, но на самом деле все посвящено празднику живота. Там, а, а, деньги огромные гребут лопатами в это время всякие а, торгаши и так далее. Ну, как у нас Новый год, Да, как у нас праздник. Новый год. Mm -hmm. Но а, дело в том, что да, дьяволу удается и до сих пор это как бы продвигать эту тему. Но я знаю тысячи и тысячи людей, для которых в этот день никакого значения не имеет ни Фомус, ни Тамаз, ни Иштар, ни, ни воскрешение, ни убийство, ни человеческое жертвоприношение, которое было видеть Их мысли абсолютно, целиком и полностью посвящены благодарности за рождение Иисуса Христа, за, за вочеловечение Божества, потому что нашу планету не спасти было без того, чтобы тот, кто ее сотворил, человечество бы прошел путь, который мы проходим, и доказал святость и непорочность закона Божьего, не, не сделал никакого греха, не допустив свое мышление, даже мысли греховной, таким образом принести потом себя в жертву за это же самое человечество, за эту планету. Поэтому я, если обратиться вот к проблемам ранней Церкви, ранней Церкви. Почему вдруг, с какими проблемами церковь столкнулась и, и почему она вдруг назначила Рождество Иисуса Христа именно на 25 декабря, ну то же самое 7 января, а потому что невозможно было из язычества искоренить вот эту вот беду, связанную с Тамозом, невозможно было, и и они привыкли к этому и решили. Рождеством Иисуса Христа вытеснить из сознания язычников, вытеснить всего того, что связано с Тамузом. Угу. Вот Он, оригинал. Это все была подделка. Угу. То есть если бы нам сегодня был, стал, стала бы задача, ну, учитывая, что Библия не открывает нам дату рождения Иисуса Христа, если бы стала бы задача нам, например, назначить эту дату. Ну, чтобы ее uh -huh. все а, поддержали, то очень логично, очень логично. Я знаю, есть много мнений, но я скажу свою точку зрения. Очень логично, так как Иисус Христос есть свет жизни, свет, который пришел для того, чтобы вытеснить тьму, свет, который вытесняет грех из наших сердец, если мы впускаем в сердце. Очень логично именно назначить эту дату тогда, когда свет начинает побеждать тьму. И это происходит ежегодно. И мне, мне кажется, что дьявол достигает сердец э, людей, которые являются поборниками такой чистоты в кавычках, когда они начинают говорить, да вот это оттуда. И ежегодно приносят жертву этому тамузу в своих мозгах, захламляя себя этим. Вместо того, чтобы сказать, Иисус Христос, ты родился, слава, слава Бог, Господу, слава Тебе, Отец, что ты нашел путь спасения нашей планеты. Потому что в Рождестве Иисуса Христа наша планета обрела новый старт, новое начало. Она обрела путь к спасению. Потому что если бы не это, то мы бы не имели никакой надежды. Вы знаете, как страшно смотреть на умирающего человека. Я видел многократно видел женщин и мужчин, разъедаемых раком, когда, когда рак съедает целые части тела. И уже не говорить о, о липре, да, когда отпадает там, нос, уши и так далее конечности. И вот представьте себе, что если бы наша планета так и осталась навсегда, Дьявол, дьяв, с дьяволом шутки плохи он всегда нас вводит в какое-то заблуждение, создает иллюзии. Ведь даже вот жертвоприношение, которое было там в человеческом виде, приносили на праздник, на смерть Тамуза, Фамуза и так далее, все его имена не хочу перечислять. Да, между прочим, сейчас тоже есть имена в, в нашей... Есть, ну, которые которые вот именно в честь Тамоза называют люди, это Тамаз, Тамази в Грузии, я в Осетии жил, есть часто можно Тамаза встретить, uh -huh. в, в, в этом, в англоязычном языке есть созвучные имена. То есть это как бы продолжает жить, и когда человек начинает, хочет понять, откуда происхождение его имени, он начинает понимать, что это вот туда вот все это, выстрел в прошлое. Поэтому, как бы там ни было, самое главное, вот посыл мой, который я хотел бы сказать, и Господь говорит, славы моей истуканам не дам. Славы моей истуканам не дам. Истинный свет – это Иисус Христос. Он сам говорит о себе. Я свет истинный, я пришедший с небес свет. Вот это важно очень, потому что на самом деле люди некоторые тратят огромное количество энергии каждый год для того, чтобы и устно, и где-то в интернете, в социальных сетях, вот в этот день, либо 25 декабря, либо 7 января, начать доказывать, что да что вы празднуете, да вы знаете, в честь кого этот день, да вы знаете, откуда истоки. Но на самом деле, установив этот день, как вы говорите, христиане просто перекрыли, и как вот, мне очень нравится этот текст, славы моей истуканам не дам, я славу себе заберу. Этот день я забираю себе, забудьте про это язычество. Мы все дни Божьи, понимаете, если мы начнем циклиться на днях, мы обнаружим, что день нашего рождения тоже какому-то идолу посвящен. И что нам теперь, не жить, что ли? Просто это до маразма доходит, до ну, такого не праздновать. уровня, праздновать. Люди что... говорят, что не праздновать вообще каждый день. Вот они, продолжая вашу мысль, так и говорят. Каждый день Божий. Мы не знаем точно, когда Иисус родился. Есть предположение, что они, Он осенью ну, родился. Но я хочу сказать, да? что вот моей, не надо моей супруге день рождения. Библия тоже мне нигде не поручает праздновать ее день рождения. Но это знак уважения. Я ее уважаю. И я не забываю, что день рождения ее не в январе, а в сентябре не забываю, mm -hmm. и дни не забываю, что и не, не, не там 15-го, 4 -го, например. Mm -hmm. Я всегда это помню, потому что я уважаю этого человека, и это логично. Но если мы хотим спорить о том, что Бог не запретил, вот, то есть не, не, ну как бы наоборот, он не, не сделал этого установления праздновать его день рождения. Ну а наша традиция, разве она противоречит, противоречит само, самой основе уважения Богу? Мы уважаем, мы рады, мы говорим: Господи, слава Богу, Ты родился! Что вы там плохого? И когда мы стараемся отмежеваться от этого, мы иногда приобретаем очень особенно когда люди брыжут гневом, слюной. И под это подводят какие-то святые, вечные, как будто интересы. Меня удивляет, ты посмотри на себя в зеркало, как ты отстаиваешь эти истины. Мне кажется, что вообще это несовместимо. Вот твой нрав с доказательством того, что ты сейчас пытаешься доказать. Если ты стоишь на, на чистоте истины то ты должен сказать, что Библия не запрещает и курить, и сигареты. Би... Ну, многое, многое мы читаем же между, между строк. И поэтому мое мнение, что э, не важно даже в какой день мы празднуем День рождения Иисуса Христа. Не важно. Важно то, что для нас это имеет фундаментальное значение. Я одному пишу, правда, это на Пасху. Христос воскрес. Он мне пишет. Да я уже в курсе. А, то есть, вот отношение такое, для тебя это не событие, ты уже в курсе, для тебя это банально. Вот христиане тоже часто, ну, Христос же родился, ну да, родился, я уже в курсе. Это для меня не живо, это для меня не серьезно, это меня не цепляет, это для меня не как... Вот родился он, и слава Богу, так ему и надо, это его профессия, вы понимаете? Он, его профессия, нас спасать, вот это его судьба. А где же благодарность? А, а, а сыны Божии восклицают, а ангелы поют, пастухам это mm -hmm. представление, а, а этих э, э, мудрецов с востока звезда ведет. Это говорит о значимости этого события. Почему мы должны об этом забывать и только тамузе вспоминать и этой жутком этом, так сказать, э, ну этой церемонии, это, ну того, что там было. Пост... Uh -huh. Чем это сопровождалось? Да, это жутко и это на самом деле безнравственно и безнравственно то, что брат с сестрой сожительство. Все это безнравственно. Но это лишь, знаете, вот я это сравниваю вот с радугой. Вот возьмите радугу, например, радуга. Это символ чего? Символ, что Земля никогда не будет больше э, этот э, уничтожено, жители земли не будут уничтожены посредством потопа, да? что Бог милостив, что Он больше этого не сделает. А посмотрите, как опошлили это ЛГБТ-сообщество. Они сделали шестицветную радугу. То есть вот почти правда, почти рядом, вот почти, но, но для того, чтобы исковеркать все божественное, все лучшее, все светлое. И мне кажется, когда мы Свой разум помещаем вот в эту фамузовщину, да? туда мы его начинаем вспоминать, все эти тонкости, все это ну, инцесты, которые там происходят, все эти жертвоприношения и связанные с ними оргии, которые были. И мы забиваем себя этим, вместо того, чтобы забить себя, ну, наполнить себя светом Рождества Иисуса Христа. Мне кажется, это нелогично. Правильно, что в христианстве есть очень много неверных вещей, которые пришли из язычества. Лучше тогда говорить о более серьезных вещах. А что касается даты, ну, уж зациклено очень сильно у нас это. Мы как-то должны спокойнее к этому относиться, потому что в моем представлении даже взять тех же деток, которые, которых есть шанс их им рассказать об Иисусе Христе, о том, что мы в Иисусе имеем, что Он был такой же маленький, как ты сейчас, что Он нуждался в том, чтобы Его кто-то перепеленал, одел там, помыл. Он отдал себя, Божество себя отдало, на откуп человеку. Что ты со мной сделаешь? Вот я был великий там на небе, руководил вселенной, а теперь я стал вот себя отдал тебе в твои руки, чтобы ты меня маленького подержал на руках. Вот это вот понятие «сын человеческий» Это вообще чудо Божье, потому что статус сын человеческий, оно каждого человека присовокупляет к этому, к этому родству с Иисусом Христом, к, к нему маленькому. Он родился, и я его как бы, как бы я его родитель. Он сын мой. Он мой. Да, он мой, да. да, да. И это очень угу. важно. Разве когда мой ребенок родился, я когда-нибудь забуду его день рождения? Да, конечно, никогда не забуду, потому что он мой, я его поздравлю всегда. И если он сын человеческий, то он сын мой, и я только, только проникнувшись к нему, вот этими отцовскими чувствами я могу испытать всю боль по поводу его гонений, по поводу его смерти. И я только тогда испытаю всю остроту вот этой трагедии Голговской, да? И я тогда буду переживать, как его бьют, как в него плюют. Я буду жить его святостью. Он для меня все. Но как я могу вот самого лучшего сына день рождения не отметить? Вот для меня это вопрос. Да, очень вообще тема важная. Вот, кстати, у Бродского есть стихов очень много на христианскую тематику. Есть такое Отрывок из одного из этих стихов. Сетки, сумки, авоськи, кульки, Шапки, галстуки, сбитые на бок, Запах водки, хвои и трески, Мандаринов, корицы и яблок, Хаос лиц, и не видно тропы, вифлием из-за снежной крупы. Вот мне эти строчки очень нравятся, потому что я понимаю, что суета этого мира часто... От нас скрывает Божий лик, скрывает вот эту жертву, иногда религиозная суета. Вот эти все споры, которые ведутся часто с остервенением, с какой-то ненавистью даже к собратьям по вере. Это все закрывает от нас дорогу в Вифлеем. Абсолютно верно. Надо подумать об освобождении себя от всей этой шелухи дьявольской, потому что он все опошлил, что возможно, он все опошлил, он супружеские отношения, которые вот Господь задумал как счастье, да, опошлил, он опошлил прием пищи, когда, когда прием пищи, вот это естественно наша потребность в еде стала приносить нам вред, он везде вредит. И он вредит нам, когда мы, когда мы начинаем свои мозги засорять всякое фамузовщина, язычество, вместо того, чтобы проникнуться благодарностью Вечному Отцу за это чудо спасения нашей планеты через рождение Бога, через человеческую ну, жизнь, через жизнь Марии. Он воплотился и это не было зачатием какого-то другого рода, обычного рода, это было зачатие неестественное, чтобы соединить в себе божественное и человеческое. И это произошло, и это великий праздник, и никто у меня не должен отнимать этот праздник. И вот все эти люди, которые стараются отнять, пусть они помолчат. Я просто хотел бы их об этом попросить. Ну, настоящие праздники, как сказал некто, происходят внутри нас. То есть от, у нас радость Рождества никто не заберет, если мы сами ее не отдадим. А уж если мы ее не отдадим, то это Рождество оно наше. И связь с Богом она mm -hmm. крепкая. Mm -hmm. Большое спасибо вам, Анатолий Дмитриевич, за эту беседу. Благодарю вас. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Это была программа Открытая книга. Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая священное писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго. До свидания.